Отель Мамлюк Палас, который входит в цепочку Сентида. В данный момент он уже санрайз. Классический вход, как и для всех отелей. Внутри очень светло, просторно, очень чисто, играет приятная музыка. Холл большой, светлый, как правило, из мрамора. Также Wi-Fi в лобби в этом отеле бесплатный. Можно сидеть сколько понадобится. Территория не особо огромная. Жилые корпуса, в которых находятся разные категории номеров. Бассейн основной. В отеле отдыхающих не так много. С этого балкона отель видно как на ладони. До пляжа с этого места нужно пройти достаточно прилично. Это номер стандарт в отеле Sunrise Mamluk Resort. Неплохой номер, но обычный, есть эхо. Номер средний. Все чистенько, но достаточно темно. Вид из окна на здание. Здание интересное, свежевыкрашенное. Такой восточный стиль, достаточно прикольно. Ванная комната в отеле Sunrise Mamluk Resort. Все в наличии, все есть, все очень просто. Ванная принадлежности, умывальник и душевая кабина. То есть ванной нет. Чисто, но выполнено в достаточно темных тонах. Как по мне, номер достаточно темный. Для меня он не очень комфортный. Это аквапарк в отеле Sunrise Garden Beach. У него одна территория, можно пользоваться и той территорией с Sunrise Mamluk Palace. Аквапарк достаточно большой, серьезный. Он бесплатный, им можно пользоваться. Жителям, которые живут в этих отелях, в сети Sunrise. Это пляж отеля Sunrise Mamluk. Также полностью укомплектован зонтиками, шезлонгами, чтобы ветра не было. Хороший пологий заход в море. Можно покататься на водных видах спорта. Море прозрачное, чистое. Есть понтон. Можно прогуляться по понтону, если есть желание. Шезлонгов, зонтиков много, места всем хватает. Песочек чистенький, пляж убирают.